Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой призы. Быстренько в магазин. Открываем бесплатно пак. Выпадает нам здесь Джастин. Дальше идем сюда. Так, открыли колоду, забрали награду. Сразу перейдем в список, пожалуй, да? И начнем искать. Так, Паукус, на тебя нужно найти еще 6 силовых ячеек крэнгов. Ну, давай попробуем. А нам, как всегда, дают микроскоп. Так, одну нашли все-таки. Вторую нашли. Слушай, а может быть, получится отыскать? Нет, только две пока. Третья найдена. Четвертая. Пятая. И последнюю, шестую тогда давайте. Телескоп. Телескоп тебе дают. Все, нашли. Слушай, довольно быстро. И 10 ящиков с инструментами. Ну, ящики, понятное дело, будут легко находиться, потому что они идут без рамочки, то есть в свободном доступе, естественно, будут выпадать в первую очередь. Так, это третий. Четвертый. Пятый. Так, у нас пиццы-то там хватит, если что? Нет, не хватит. Блин, она сейчас закончится. Ладно. В следующей серии мы тогда обязательно... А хотя, подожди, сколько пиццы? Блин, не хватит, к сожалению. Ладно, забираем награды. Так, пройти серию испытаний с превеликим удовольствием. Погнали. Кстати, сегодня можно будет, в принципе, пройти событие, да? Смятение из другого измерения. Сейчас мы посмотрим с тобой, есть ли у нас какие-то здесь задания. Если нету, наверное, мы этим с тобой и займемся. Так, ну что, на тебе, Кирби. Так, ушатываем его. Бинго. Давай, наверное, так сделаем. Хоп-хоп-хопа. Четенько. Так, таракашка у нас упал. И мы переходим с тобой. Хан. Так, давай, наверное, массу сделаем. Добьем хана здесь. Теперь сделаем вот так вот. Не вышло, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Рафаэль добил. И попробуем сейчас мутагеноида. Бинго. Великолепно, друзья мои. Просто четенько. Мне нравится. Мне нравится, как мы с тобой проходим эти события. Вообще на одном дыхании. Как говорится, без проблем. Ну что, забираем здесь награду. И поднять уровень персонажа. У нас сколько с тобой мутагена? 25 тысяч. Майки, на тебя хватит? Да что ж ты будешь делать? Хорошо, в события мы с тобой пройдем. Там заработаем кучу мутагена. Так, кстати, а сколько монет у нас хватает? Ну-ка. Блин, 6 монеточек не хватает для того, чтобы взять 3 ДНК для Шинигами. Так, зайдем тогда с тобой сюда, на испытание. Посмотрим. Ну, сцену насилия мы с тобой, естественно, пропускаем. А здесь попробуем выудить нашу Шинигами. Не вышло. Опять мимо. Что-то не идет. Камень Талик. Осколки. Так, лисичка выпала. И последние две попытки. Радарные маяки. Нет, ребята, не вышло, не получилось. Ну, что я могу сделать? На нет и сюда нет. Ну, а мы с тобой идем на турнирную арену. Как ты видишь, мы с тобой в Лиге Сегунов 2 звезды, ранг 52. Тебя это устраивает? Я думаю, что нет. И меня это тоже не устраивает. Поэтому давай-ка мы с тобой сегодня зададим хорошего перца. И попробуем все-таки дойти уже до Лиги Мастеров. Возможно, даже 2 звезды. У нас, в принципе, к этому все расположено. Возьмем, нет, возьмем сюда Леонардо. Слушай, а Леонардо один справится? Я думаю, что справится. Давай проверим. Я, конечно, рискую очень сильно. Но мне кажется, что Леонардо своей вертушкой должен их подбить. Но если не подобьет, это будет фиаско для меня. Ну-ка, проверим. Упс. Рафаэль каким образом выжил? На тебе, молодец, Кейси. Вот это он круто сделал. Ребят, пробил его все-таки. Причем вообще без проблем. Замечательно. Ну что же, первый бой неплохо отыграли. Местечко мы с тобой зарабатываем 43.
Так, тогда двигаемся дальше. Давай ко мне 15-21, и не надо мне здесь 16-21, и не надо мне тут заниматься всякой ерундой. Я возьму Армагушу. Так, Усаги все лезет, лезет вперед. Армагуша вот будет отыгрывать такую вот команду наших бойцов. Ну что же, погнали. Так, запускаем туда валун, в гущу эту. Бэмс. И все, и они лежат, отдыхают, расслабляются. Но мы с тобой спокойненько продвигаемся дальше. Так, нам нужно с тобой добраться до лиги. Вначале сёгунов 3 звезды, потом только до лиги мастеров. А продвигаемся мы с тобой как-то медленно. Вот что я заметил. Ну давайте мне 16-21. Что мне все время на 15-то заклинило? 16-21. Раз, два, три, четыре. Ну, бойцов пока, слава богу, здесь много. А сколько откатов, я что-то не посмотрел. Может быть, нам придется смотреть рекламу за 10 откатов. Такое тоже может быть. Ух ты! Да ладно! Оу, щит. Повезло. Как же так-то, а? Шреддер, как же ты не смог добить своего же Шреддера? Молодец. Какой у тебя хороший меч, а? Цветной такой. Как этот, как карамелька, знаете, на палочке-то были цветные. Что-то напоминает. Ну что, мы с тобой получаем 13 место. Я думаю, после этого поединка мы с тобой, наверное, перейдем уже. Кто-то там был, Майки? Нет, спасибо. Я лучше еще разочек крутану. Так, ну что, Усаги, сможешь ли ты один справиться вот с этой всей компашкой? Что-то мне, конечно, подсказывает вряд ли, но надеюсь на его постепенный урон. Мне главное, чтобы он ушатал здесь кроликов. А, и Леонардо, точно. Наверное, все-таки, чтобы лучше он ушатал Леонардо. Сейчас посмотрим, что тут выйдет. Шикарно, очень шикарно, ребята, он сходил. Все под постепенным уроном, соответственно, все нежильцы. Давай вот так вот сделаем. Бэмс. Готовы. Ну, Саги здесь меня порадовал очень сильно, потому что на всех повесил под пин урон. Не ожидал от него, конечно. Так, ну что, мы двигаемся дальше. И Лига Сёгунов 3 звезды у нас в кармане. Погнали. Так, 16-21. Ну, 16-22 вряд ли, конечно, они мне сейчас дадут. Хотя мы, в принципе, заслужили. Давай-ка я возьму, наверное, Бакстера Стокмана. Так, так. И вот так сделаем с тобой. Здесь, по идее, одного Бакстера было бы за глаза и за уши. Поехали. Вау, Майки вырубил Майки с одного, с двух ударов. Понижение меткости и смертельная волна. Все. Я говорю, здесь одного Бакстера было бы достаточно. С его супер волной, Гэри. Отнимает кучу здоровья, да, плюс еще делает постепенный урон. Так, 84 место. 16-21. Ну ладно, возьмем здесь. Раз, два, три. И вот так вот. Ну, я думаю, должны, в принципе, справиться. Сейчас Зэк бросает бомбочку, да? Крис Брэдфорд, наверное, будет, скорее всего, заниматься бафом. Хм, Алапекс ходит. Алапекс вторая после Зэка. Значит, у нее обалденная инициатива. Несмотря на то, что она имеет 56 уровень. Так, вырубишь меня, Крис? Красавчик. И Джастин со своим запахом. Тихо. Блин. Нам нельзя проиграть здесь. Крысиный король, а ты молодец. Своими крысками справился очень даже замечательно. То есть подбил всех. Итак, какое место? 71. Так, 71. Давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. Откат сделаем на Шреддера.
И возьму сюда еще железноголового. Вот вдвоем они пойдут. Раз, два, три. Вот такой вот команды я хочу пошуршать. Блин, сколько мы подсчитываем с тобой? 50 ДНК мы забираем на Крынга. И 8 нам хватать не будет, да? Всего 8. Ну, 8 ДНК, я думаю, ребят, мы с вами в ближайшее время где-нибудь да насобираем. Все-таки у нас есть и события, и все. Единственное, что, конечно, будет тяжело. Не так все просто. И дают они там, знаешь, через раз, даже через 3 раза, чтобы выудить одного ДНК на него. Вот, кстати, вот это вот последнее событие, которое у нас происходит в смятении с другого измерения, мы делимся с Крэнгом. Почему бы им не сделать так, что когда ты побеждаешь этого Крэнга, да, чтоб тебе давали ДНК на него? Но ведь это было бы справедливо на самом-то деле. Но ведь нет, ты его побеждаешь, тебе дают просто пак. Причем пак такой с черепашками, с которыми у тебя есть. Но это понятное дело, что у меня есть. Давали бы тогда такой расклад, что если у тебя есть те герои, то из этого пака выпадали бы именно те ДНК на тех персонажей, которых у тебя нет. Вот это было бы справедливо, как по мне. Так, ну что, ребята, скоро мы с тобой заберемся в Лигу Мастеров. Остается буквально еще 3 поединка нам с тобой отбултыхаться, и все будет хорошо. 16-22 уже. Как ты видишь, выдают нам. Давай я возьму Донни сюда. Возьму на всякий случай Карайку. Карайка хороша именно по инициативе. Или, как бы кто-то сказал из вас, по фокусу. Фокус и инициатива — это, оказывается, одно и то же, ребят. Так, ну что, Шреддер, давай, влупляй. И Донни, скорее всего, будет на добивке. А, Карайка, конечно же. Зачем я тогда брал Донни? Сюда можно было бы действительно взять просто Карайку одну вместе с Шреддером и набрать кучу всякой шпаны с собой. Ну, какое место? 30-е, ребята. Великолепно. Так, давай-ка обновим. Попробуем сейчас выудить с тобой 16-22 или там сколько? 17-22 должно быть. Не дают жулики, а? Ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж вот так. Блин, было только что. Ну я... все. Но тут майки. А я возьму вот эту команду. Я возьму эту команду и спокойненько здесь раздеребаню всех. Так, так. И вот так. Спокойненько, не напрягаясь. И получим с тобой достаточное количество кубков. Так, ну что, поехали. Шипы. Добьем с тобой пухлиша. Теперь сюда, наверное, звезданем. Да блин, я же сюда говорил. Ну, в любом случае, постепенно его уничтожит. Или же Тимати. Тимати де Пинало, вот так скажем, да? Ну и славненько. Так, двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, какое у нас тут местечко будет. Наверное, 15-е. 16-е. Ну, ладно. Ладно. Давай 16-22. Хорош уже дурковать. Меня уже не купишь на слабость. Так, ну что, Супер Шреддер. Ну и вот так вот. А там же придется по 2 персонажа брать. Потому что враги будут сильнее, и, соответственно, уже один Супер Шреддер здесь он и сейчас-то не справляется, но, по крайней мере, здесь у нас есть вспомогаловка. Сам понимаешь, да? А дальше будем брать 2 топовых. Ну, там обычно у нас идет кто? Шреддер Лео, Шреддер Армагон, кто-то вот из них. Ты посмотри, не перешли еще. Ах, буквально одного места не хотел. Ладно, фиг с вами. Сейчас мы это все дело исправим. 16-22, давайте, пожалуйста, вот. Опять с Майки, да что ж ты будешь делать? Ты все время его мне подсует. Они уже, наверное, знают, что я его терпеть не могу, поэтому подсовывают уже специально. Раз, два, три. Ну вот насчет Лиги Мастеров 2 звезды, что-то, ребята, я сомневаюсь, что мы сегодня дойдем. Ну хотя бы 50-е место взять было бы тоже неплохо. Да? Так, и бомбим. Все.
Погнали с тобой дальше. Погнали дальше. Посмотрим, какое у нас там местечко будет. Так, Лига Мастеров, я нас поздравляю. Место 89. Ну, неплохо, неплохо. Так, 16-22. Берем вот этих вот. Раз, два. Слушай, ну поединков еще приличное количество. Возможно, даже все-таки мы перейдем в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну что, поехали с Мутьяной. Ух, хорошо. Ну давай, Лео, жги. Грех тут, как говорится, тебе и не добить их. Идеальная победа. И продвигаемся с тобой дальше. Ну-ка, 76-я позиция. 16. Слушай, может быть, уже все-таки пора давать, наверное, 17-23, не? Думаешь, не пора? А так, кажется, что вроде бы как пора. Ладно, фиг с вами, не хотите. Как хотите. Мы продолжаем поединки. Раз, два, три. Блин, ну по три персонажа слабых брать с собой в отряд. Ну это как-то, ребят, да, прокачка идет очень медленно. Точнее, мы с собой буст очень медленно набираем. Потому что отыгрываем по три персонажа. Если бы у нас не было бы вспомогаловки, да, которую мы с тобой берем в данный момент, Леонардо, то у нас бы быстрее бы все шло бы прогресс. Потому что мы бы брали с собой четыре слабых персонажа и быстрее бы мы продвигались. А так постоянно еще и откат тратишь при этом, при всем. И места у тебя мало. 64-е. Угу. 64-е место. Вот не хотят и все. Ладно. Не дают. Что у нас там по бойцам еще? Ну еще хватает. Тут как минимум на 10 боев. Как минимум. А 10 боев это 100% попадание в Лигу Мастеров 3 звезды. Вот что я тебе скажу. Но при всем при этом еще не забывай, что нужно будет. Сколько откатов получается? 10 боев, 20 откатов, что ли? Так у нас, по-моему, столько есть. Ну, по крайней мере, было. Когда последний раз я смотрел, там было. Ну-ка, покажи мне, что у вас там происходит. 14 в данный момент откатов. 50-я позиция. Ладушки. Так, возьмем таким вот образом. И Армагона. Раз, два, три. 12 откатов получается. 6 поединков. Ну да, если мы с тобой 6 поединков отыграем, как раз хватит нам дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну а там уже можно, в принципе, расслабиться, потому что если ты находишься в Лиге Мастеров 3 звезды, соответственно, тебе ничего не стоит пробиться на топовое место и там сидеть. А впереди, как говорится, еще полнедели. Единственное, что, конечно, у меня выходят первое и второе. Ребята, я буду работать. Первое и второе число я буду работать, и все эти смены с утра. Так что я даже Новый год не смогу отметить. Вот такие вот пироги. Раз, два, три. Поехали. 10 откатов последних остается. Буквально на 5 поединков. Конечно, мне бы хотелось бы сыграть вот здесь вот на равных. Ну как на равных, я имею в виду, не применяя супер наших бойцов, но это невозможно сделать. Я заметил, что вот некоторых высмотрел, тоже ребят, которые играют именно там в черепашки, в гонки, они все любят играть на взломке. Ребят, напишите, кстати, как вы относитесь к играм взломанным? Стоит ли в них играть? Или же все-таки лучше самому все достигать и добиваться? Если вам вдруг интересно взломку, мы тогда, наверное, на втором канале своем, да? На третьем, точнее. Про машинки, там про все это. Будем играть в игры уже взломанные. Ну а если же вы все-таки за честность, то тогда мы ничего не будем менять. Будем пыхтеть своими силами. Так, тихо. Давай-ка вмажем. Все, ну тут без проблем. Абсолютно никаких проблем нету. Шредер, Лео.
Шреддер Усаги или Шрео. Шрео. Шреддер Армагон — это топ. Слушай, смотри-ка. Опачки. И 13 место. Как тебе такой расклад? Да-да, мне тоже нравится. Потому что сейчас, наверное, скорее всего, еще один поединок, и мы с тобой уже в Лигу Мастеров 3 звезды улетим. Так, беру Шреддера, возьму сюда Лео, чтобы быстрее все это сделать. И бойцов у нас как раз уже меньше. Так, на поединок, на второй. Еще два поединка, не считая вот этого. То есть где-то будет 80-я, может быть, 70-я позиция. Ну что, влепляем? Влепляем. Так, вмажем. Отлично. Ну что, неплохо, как по мне. Двигаемся с тобой дальше. Смотрим. О, да. Лига мастеров 2 звезды. Но нам-то нужно как-то попробовать в 3 звезды перебраться. Сегодня это явно не получится. Ни при каком раскладе. Чего бы я тут не пыхтел, не делал. Потому что, ну, получается, 2 последних боя. Ради одного персонажа, я думаю, не стоит нам с тобой, да? Делать 4 отката. Как говорится, перебьемся. Замечательно. И добивка. Хопа. Нормально. И если мы завтра с тобой, например, уже доберемся до Лиги Мастеров 3 звезды, то есть даже не то, что доберемся, а уже займем первое место, то тогда можно будет пройти как раз смятение из другого измерения. Я думаю, что это будет справедливо, да, ребят? Ну что, Шреддер, Лео. Раз, два, три. Последний бой у нас на сегодня. Так, ну-ка, родной мой, жги. И Леонардо добивает. В принципе, все. Ну что, Лига Мастеров, 3 звезды мы добрались. Единственное, подожди, 3 звезды. Мы добрались до 2 звезд. До 3 звезд нам нужно еще будет доползти. Еще придется повоевать. Причем солидно. Ну что, ребята, на этом, наверное, будем закругляться. Больше нам пока... Ага, тихо, 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 чуть не забыл. Какой майки, зачем мне майки? Мне нужен майки, правильно, что я? Все, уже заигрался, ребят. Так, 94 уровень. Завтра мы ему еще прокачаем левел, и он будет уже 95. Так, пицца есть или что-нибудь там такое у нас? Чтобы... Одна, даже не хватит, ребят. Даже не хватит один раз пиццу. Ну, один раз проролить. А здесь, конечно, можно ее надыбать. Но не будем пока делать. В плане у меня... А, 2 отката всего осталось. Все, я понял. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.